раздевалку этого венгерского стадиона, чтобы, ну и боюсь за здоровье игроков Шахтера, пока Демба Дарба может всех спасти. Ждуси, Вандерсон, разбирается, и первый сутирю, който днес стартира. Дембо Дарбо по-бързе той от Игор Пластун влиза в наказателното поле, може да стреля. Каква намеса на Кристиан Кахлина? Дарбо убрал с левой, пробил. Ну вот, наконец-то хоть. Пробрасывает себе мяч Шевченко. И отдает здорово на Дарбо. Тот набирает очень хорошую скорость, простреливает и... Чаще подниматься и атаковать. Пас на Дарбо. Получилось точно. Против Гайдучика Дарбо. Удар! Хорош, Степанов. Александр Гутер смог его принять. Игорь Стасевич разворачивается несколько раз. Дембо Дарбо. Вот здесь, конечно, он нужен. Удар по воротам. Вот это опасно. Вот мотоблок старый. Заводит вот примерно так. Меди в штрафной. Он передачу делает на Дарбо. Стасевича нашел. Игорь. Акробатическая передача. Дарбо. Под правую брал одного, второго защитника и между ног. Дарба против Лукашевича. Смещается в центр. Что будет делать Дембо? Классную передачу какую делает. Удары. Здесь Дембо Дарба, сразу трое против него, четвертый на хвосте, но тащит сам еще и выкатывает передачу на Подстелова, но здесь Подстелова все-таки оттеснили. И Василич, перевод на Дарбо, тот ускоряется и успевает мячу первым. Дарбо в штрафной, выгадал момент для удара и Дарбо, не остановить этого парня. Смотрите, как он пробирается через защитников. Еще раз без поворотов и забивает Дембо Дарбо. Великолепный гол. Оделся синяком и легким испугом. Подает Иванович. Кендыш едва не вгоняет мяч в сетку, но Дарбо заканчивает. Кович, молодой футболист, играет кровь. Тут, в общем, все понятно. Тем более, судя по его старшему брату, там семейство непростое. Ребята колкие. Ох, какой эпизод! И что? Защита! Иванович и Дарбо напрягают здесь. И Дарбо в штрафную даже входит от соперника, уходя. Пробивает ближний угол. Все шикарно сделал форвард Шахтера, кроме того, что 93-го года рождения. В июне будет отмечать 28-й день рождения Дембо Дарбо.
Удар по воротам. 4-0. Ой, заставили выдать мяч назад из этой самой штрафной. Ну вот дальше мяч поперек начал ходить. Сачивка на Ахмеди. Подача с левой ноги. Удар! Мы забыли про Дарба. Он говорит, я здесь. Ильи Гапонова. Второй удар. Ух ты! Второй удар Шахтера. И посмотрите, как опасно. Первый так... Куды тень меня? Дарбо! Реализован на минуту...